Кровать, конечно, плохо видно. Нету времени все это убирать. А собиралась очень быстро, легко. Ну, как бы ничего особенного, не ножик. Тут вот до пола идет каркас. А внутри вот такие доски. Вот. Ну, что хочу сказать. За данную стоимость мы искали как бюджетный вариант на первое время после приезда. За данную стоимость кровать отличная. Просто замечательная. Легкий запах присутствует, деревяшки. Не слишком приятный такой фанерный. Но я думаю, он скоро выветрится.